В Рязанской области 290 муниципалитетов, и в каждом из них жители хотят быть услышанными. Именно для этого в 2006 году и был создан Совет муниципальных образований. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, именно главы на местах сегодня ближе всего к людям, а значит, напрямую вовлечены в проблемы населенных пунктов. И как раз председатель Совета МО должен аккумулировать все запросы. Безусловно, новый председатель должен быть человеком ответственным, компетентным, порядочным. Должен очень хорошо разбираться в том, как работают органы местного самоуправления, какие есть болезненные вопросы, а какие есть, наоборот, точки роста. Но самое главное, этот человек должен эффективно работать на развитие региона и на благо жителей области. Новым председателем Совета муниципалитетов единогласно избрали Евгения Сидорова, главу администрации Михайловского района. А в Александро-Невском без изменений. Руководить им по-прежнему будет Владимир Аватков. Депутат Госдумы Андрей Макаров обозначил для этого юридическую возможность. Процедура в этом следует в случае следующее. На назначение на должность не по контракту, а избрание депутата представительного органа из числа кандидатов, представленной конкурсной комиссией по результатам конкурса. В таком случае происходит одновременное замещение, я понимаю, должности главы муниципального образования и главы администрации. Напомним, что ранее совет возглавлял глава администрации Пронского района Александр Шаститко. В июне этого года он был назначен заместителем председателя правительства Рязанской области по вопросам АПК. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».